Центральному отряду службы спасения ГО ИЧС всего 5 лет. Вся техника, с которой работают специалисты, новая и исправная, но уже с небедной историей. Оперативность и безопасность – основные ориентиры отряда. Через 3-4 минуты после поступления звонка группа уже находится в пути. Каждая минута дорога, поэтому еще в дороге они решают все возможные задачи, чтобы по прибытию на место ЧС времени на это не тратить. Если надо сделать документ, отправить и связаться именно с кем-то. Отправить в срочном порядке, там, или в край, или в город, оперативную информацию. Обработать и чтобы уже на месте больше знать ситуацию. Если требуется, вызывают модуль и разворачивают штаб для решения поставленных задач при главе города или вышестоящем руководстве. Собирают его на месте ЧС, например, при наводнении. Уходит на это порядка 15 минут. Модуль оборудован световой системой, в нем есть электропитание. В холодное время года конструкция отапливается. Дизель-генератор, который обеспечивает питание и подкачку, работает порядка на одной заправке 5-6 часов. Ну, далее производится дозаправка и дальнейшее функционирование на длительный период. У отряда есть все необходимое для организации спасательных работ, как при ДТП, так и при наводнениях, пожарах и других чрезвычайных ситуациях. Помимо представленной техники, на случай срочного усиления есть, как говорится, и законсервированные запасы.